Получили мы очередную посылочку от заказ мама. Мы заказывали футболочки, штанишки и носочки. Качество мне очень нравится. То есть нигде швы не разошлись. Ткань плотная. Ну, она тоненькая, но она достаточно качественная. Вот. Все нам пришло согласно списку, которому мы заказывали. Список, опись вещей также в посылочке было. Все упаковано в индивидуальные пакетики. То есть нигде ничего не запачкалось, все хорошо, ничего не повреждено. Ну, это новые вещи. Хотелось бы пару слов сказать про вещи, которые мы уже давно и с удовольствием носили и носим. Так как у меня ребенок рос достаточно медленно, покупались вещи еще с запасом, то есть на вырост. Мы их носили полгода и заказывали еще к Новому году, и вот только сейчас из них более-менее выросли. То есть, соответственно, это каждый день стирки, но вещи не потеряли свой вид. Они по-прежнему плотные, то есть швы все хорошо, ничего не растянулось. Достаточно легко ткань отстирывается. То есть мы бы еще и носили, если бы не выросли. Вот особо хотелось бы отметить вот такой вот бодик. Качество, конечно, хорошее. Но так как мой ребенок достаточно худенький, а покупался он все-таки на более теплую погоду, так как с рукавчиком, то вот этот вот вырез, он у нас открывал всю грудь, что мне не очень понравилось. На полненьких детей это может хорошо сидит, но, к сожалению, мы не знаем, как это хорошо сидит. Вот это единственный минус. А так я очень рекомендую магазин «Заказ мама». То есть покупайте, не пожалейте о своем выборе. Спасибо всем за внимание.